10 апреля в Институте международного менеджмента и образования Красноярского государственного аграрного университета была проведена образовательная лекция «Влияние государства на формирование социально ответственного инвестирования бизнеса». Подробности в сюжете далее. В рамках изучения курса «Корпоративная социальная ответственность» для студентов первого и второго курсов по специальностям менеджмент и управление персоналом была организована интересная встреча. Специалистом, выступившим по теме влияния государства на формирование бизнеса, стал человек, который не понаслышке знает принципы механизмов взаимодействия власти и бизнеса. Заместитель председателя Красноярского городского совета депутатов Александр Глесков. Такие встречи, они полезны, поскольку сам по себе знаю, что высшее образование, оно у нас страдает именно из-за отсутствия практической составляющей, поскольку теория, она превалирует сегодня над практическими навыками. Теория и реальное положение дел в экономике зачастую абсолютно разные понятия. Депутат рассказал студентам о взаимодействии городских властей с местным бизнесом, о том, как реализуется социально ответственное инвестирование в нашем городе, о функционировании и проблемах малого и среднего предпринимательства, а также ответил на множество вопросов слушателей. Что можем делать мы, чтобы как-то улучшить? Мы же для чего-то все узнаем, для чего вы все это узнаете? Ответ на этот вопрос индивидуален для каждого студента. Кто-то захочет открыть свой бизнес, уже имея представление о том, с какими трудностями он может столкнуться или куда лучше обратиться за помощью. Кто-то поймет, что это не такая простая задача, как кажется. Как бы то ни было, подобные встречи помогают студентам более трезво взглянуть на окружающий мир и экономику нашего города и края. Подобные мероприятия в Аграрном университете проводятся постоянно, в том числе и с иностранными гостями.